Как снова сделать мягким черствый хлеб? Первый способ — в микроволновой печи. Толщина ломтиков для размягчения в микроволновке должна составлять не более 2 см. Осуществить это можно двумя способами. Для этого ломтики нужно немного сбрызнуть водой, поместить в микроволновку, рядом поставить блюдце с теплой водой. Все это накрыть крышкой, предназначенной для микроволновок, сделанной из пластика. Включить микроволновку на 60 секунд и каждые 15 секунд проверять состояние ломтиков, чтобы их не пересушить. Или смочить в прохладной воде бумажное полотенце, выжать из него лишнюю влагу и обернуть засохший хлеб, который затем вместе с полотенцем поместить в микроволновку на 10-20 секунд. Следующий способ — в духовке. Черствые кусочки предварительно сбрызгивают водой, либо оборачивают в бумажное полотенце и выдерживают в разогретой духовке. При температуре 60-180 градусов для придания мягкости потребуется 2-3 минуты. При 100-120 градусах 5-8 минут. Еще в духовке можно освежить черствый хлеб, заранее обернув его в пищевую фольгу. В таком случае время выдержки увеличивается. При температуре 160-180 градусов оно составит 10-15 минут. Обязательно нужно дать хлебу немного остыть, прежде чем извлекать его из фольги. Придать хлебу мягкость можно на пару. Самый простой вариант – это размягчение в пароварке или мультиварке. Для этого нужно выдержать черствый хлеб в рабочем режиме 1-2 минуты. Но можно воспользоваться и обычными кастрюлями с дуршлагом. Недостатком этого способа является необходимость постоянного контроля процесса. Продукт может впитать излишнее количество влаги, его придется подсушивать. На сковородке тоже можно размягчить засохшие кусочки хлеба. Зачерствевший хлеб следует слегка смочить водой, положить на разогретую на слабом огне сухую сковородку и выдержать от 1 до 5 минут. Черствые ломтики или кусок хлеба можно размягчить и в пакете. Для этого помещаем в него хлеб. Пакет туго завязываем и кладем либо на подоконник, если это теплое время года, и на него попадают прямые солнечные лучи, либо на горячую батарею. Через некоторое время, благодаря конденсату, хлеб начнет становиться мягким. Размягчать черствый хлеб необходимо непосредственно перед его употреблением. Восстановленный продукт остается мягким не более 2 часов, и снова придать ему мягкость уже не удастся.